Электрический стул. Он тянет этого мужичка. Рыжего мужичка на стул электрический. Джейсон, ты сошел с ума. Всем привет, друзья! С вами Неломок. Мы сегодня продолжим играть в игру под названием «Пятница 13. Киллер Пазл». Да, кстати, вы писали мне просто очень-очень много комментариев по поводу этой игры. Я видел, что некоторым эта игра не понравилась. А некоторые очень меня убедительно просили, чтобы я продолжил проходить. Ну, записываем вторую часть, а там посмотрим. И, кстати, конкурс небольшой. Кто отгадает, что я сейчас в этой кружечке имею, что я буду сегодня пить, напишет про это в комментариях. Тот, наверное, попадет следующий ролик про Джейсона 15, пятницу 13. Вот, и подсказка небольшая в этой кружке, что-то с бульбашками. Поехали, давайте уже играть. Поехали, поехали. Опа. Так, назад. Заточение, Зэк называется. Так, это мы прошли, а это мы играем. Зэк, правильно? Правильно. Выбираем. Классический Джейсон. Идеальный маньяк-убийца, этот образ всегда в моде. Чтобы сменить маску, Y. О боже мой, я могу одеть маску и снять маску. Давайте снимем маску, поиграем в этот раз вот так. Боже, какой он страшный. Так, играть. Зэк, выбор уровня. На преграда. Так, так, кажется, поехали. Мы в тюрьме. Так, Джейсон Вурхис признан виновным в убийстве там кого-то. Какой без маски смешной. Зубы у него такие еще дрелые какие-то. Так, куда-то его ведут. В тюрьме. Так, 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 так. Он восстал из мертвых. Его сажают сейчас на электрический стул. Тут погас свет, и он пропал. Кажется, они сейчас сами нарвались на неприятности. Уровень 1 из 13. Поехали. Итак, нам нужно... пора устроить побег, Джейсон. Не давай охране помешать тебе. Да, мам. Значит, нам нужно для начала с полицейским разобраться, да? Ну, мы можем, в принципе, если я так подойду к нему... Ага, убивает нас. Понятно, я не знал этого дела. Давайте нажмем на X. Перемотаем чуть-чуть. Попробуем, значит, сбоку на него напасть. Опа, вот так. Так мы справились с ним. Сейчас он убежит, наверное, от нас. Нет, последний. Они заключенные, то есть я тут заключенных наказываю, так получается. Так. Кстати, мне подсказывал Никола, кажись, что можно продать, получается, свои ненужные три оружия, поменять на какое-то одно крутое. Какое-то крутое-прикрутое. Они должны были тебя оправдать, Джейсон. Это была самооборона. Ну да, ну да, ну да. Значит, с полицейскими мы напрямую нельзя. Нам нельзя контактировать напрямую. Опа, значит, мы должны как-то по-другому к ним подойти, к этим полицаям. Например, сзади. На тебе. Так, с этим мы справились. А теперь как мне поступить? Ну, вот так, наверное. Последний. А на полицейского мне не нужно тут, наверное, убивать? Наверное, нет. Ладно. Сейчас этот... Бамц! Кстати, вы можете написать, как вам больше нравится. Что был Джейсон в маске или без маски такой... Мне кажется, все-таки в маске он более симпатичный, честно говоря. Мы, возможно, даже поменяем его чуть попозже. Давайте 5 уровней хотя бы пройдем без маски. Кажется, этот парень пытался убежать от тебя. Аккуратно там, ямы. Ладно, мам. Так, в яму мне нельзя, понял. На тебе, пошли. Ага, ага, то есть если я пойду назад, я упаду в яму, правильно? И туда, и там я в яму падаю. Проваливаюсь, то есть это был неправильный ход? В могиле. Так, нажимаем Y. Ход назад. Так, а как мы должны были поступить тогда? Наверное, вот так как-то. Мне нужно каким-то образом остановиться. Здесь, наверное. И вот так напасть на него. Вот. А теперь, получается, я в яму не попаду. Догадался. Так, кровожадность 5 уровня. У нас еще не заполнилось лицо до конца, а потом мы получим бонус. 4-й левел. Так, можно напасть на этого человечка. Аккуратнее, Джейсон, у тебя мало времени. Скоро здесь будет куча спецназа. Спасибо, мам. Осталось 6 ходов. На, первого мы так уничтожаем. Следующего, как мы этого уничтожим? Надо теперь считать. Времени не тикает. То есть нам надо просто подумать, как мы должны попасть именно в эту точку. Кажется, я уже нашел это. Раз, два, три. Вот так. Я шумиту! Я! Кровожадность почти заполнилась у нас. Еще один уровень. Какой же ты молодец! Вот тебе еще немного кровожадности. А теперь прикончи их.
Спасибо, мам. До конца заполнилось. Кажется, сейчас мы получим ящик очередной. Уровень 6. Получим. Ящик. Где мой ящик? Алло. Открываем. Ну уже, что там? Кухонный нож? Такой же у нас ножик уже был. Стоп, давайте зайдем сейчас в оружие наше. Как зайти в оружие? Use your scroll well to zoom in and out. Ой-ой-ой, что-то он по-английски начал разговаривать. Так, букву Б. Как тут можно было... Ага, это более какое-то крутое оружие, видимо, красное. X2 написано. Давайте вернемся, допустим, вот это. Как это? Обмен X. Раз поставил. Потом, что тут еще такого? Ну, кирка, я не знаю, она прикольная была такая. Допустим, мачете. Ну, давайте мачете. X тоже на обмен. И топор на обмен. И что теперь? Как мне теперь X нажать надо? Что мы обменяли это? Получаем коробку. 3 предмета. Получили бронзовый класс. Мясницкий нож. Я хочу его, я хочу им рубить. Где он, где он, где он? Мясницкий нож. Мясницкий нож, мясницкий нож. Куда вы от меня его спрятали? Видимо, он где-то в этом. Вот он тут находится. Давайте сейчас его экипируем. Да. Поехали назад. Теперь я буду ножом их всех чикать. Значит, у нас один заключенный полицейский. С кем мы в первую очередь должны справиться сейчас? Будем сейчас потихоньку разбираться. О, нашел. Ой-ой-ой, убежал от меня, убежал. Ой-ой-ой, как страшно, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на тебе. Так, последний. Ух ты, какой бородач, бородач, бородач. Так, ну бородача мы легко сейчас чикнем. Таким кухонным ножом. Ой, я не попал. А теперь. Глаза от него закрыл такой смешной. Так, кровожадность 6. Уровень номер 6. Поехали, поехали. Уровень 6 из 13. Так, 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 так. Ты легко разделаешься с охранниками, если нападешь на них сзади. Спасибо, мам. Спасибо, мам. Так, вот первый охранник, получай. По щам, по щам. Так, а как тут? С этим мы справимся сейчас. О, на тебе. Я хочу на него маску одеть. Final cut. Так, мне нужно справиться как-то с этим человечком. Ну как к нему подкрасться? Мамы как глаза горят, гляньте-ка. А все, она уснула. Так, ищем какую-то возможность. По полицейского можно чикнуть. Хорошо. А как мне туда к нему подкрасться? Стоп. Я должен как-то был там остановиться, но я теперь этого не вижу способа там остановиться. Как я должен был тут остановиться? Я что, тупой, что ли? Да нет, да не быть такого не может. Я ж как не тупой. Так, 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 так. Тут я могу, например, сейчас его уничтожить. Бамц. Теперь вот этого уничтожаем. Я к... Ой, боже мой! Башку, кажется, им отрезал, да? А, нет, просто горло. Так, хорошо. А теперь полицейского. Чикс. И последнего. Ой, бедненький. Он уже его уже колбасит. Кровожадность. Уровень 6. Ужас. Так, уровень 7. Кстати, надо на него маску одеть, я считаю. Раньше я готовила тебе мясной рулет, Джейсон, помнишь? Мое золотце. Супер, супер, супер. Как на него маску натянуть? Назад, назад. Так, давайте выйдем. Один сейчас маску на него. Играть. Выбор уровня, Y. Кровожадный понедельник. Маску. Все, маска готова. Поехали. Уровень 7 из 13. Теперь у нас в маске. Так будет поинтереснее, я думаю. Раньше я готовила тебе мясной рулет, Джейсон. Помнишь, мое золото? Супер, супер. Так, что нам нужно сейчас сделать? Вот, допустим, первый. Сгорел. Первый. Второй. Сгорел. Все сгорели. Сейчас появится еще здесь один. Двое ребятишек сгорело у нас. Но я, в принципе, сейчас тоже сгорю. Если куда бы я ни пошел, я там сверху сгораю. Тут тоже сгораю. Что делать? Значит, я какую-то ошибку допустил. Одного из них нужно было только сжечь, а второго нет. Тяжелый тоже уровень. Давайте еще раз. Так, так. Так, так. Мы можем этого напугать.
чтобы он подошел поближе. Напугать таким вот образом. No! Угу. Угу. На этой полоске нам нельзя находиться. Невыгодно для нас вообще это. Так, 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 так. О. И мы так же самое в прошлый раз играли, я уже запутался. Final Convict. А, вниз, и вот последний. Все правильно. На тебе. Бейсбольной битой. Так, есть такое дело. Кровожадность 6 уровня пройдена, да? 7 уровень. 8 уже. А, ладно. Ух ты, два полицая. Значит, мне нельзя оставаться на этом прицеле, иначе меня сразу пришьют, да? Ну вот первый, допустим. Раз. Спрятался между полицейскими. Вот так, допустим, два. А чё так просто? Как-то мне очень быстро уровень дался. На тебе. На шаурму. Готово. Так, кровожадность 6. Какой же ты молодец, вот тебе еще немного кровожадности. А теперь прикончник. Спасибо вам. Джейсон сходит с ума. О, ящик новый. Уровень получен. Сейчас мы будем какое-то себе новое, наверное, оружие собирать. Так, берем ящики. Опа, топор. Бронзовый класс. Отлично. Я хочу оружие сейчас ей поменять, попробовать. 9 уровень из 13. Так, заходим в меню. По-моему, не успел прочитать, что мама говорила. Прочитать не успел, но ничего. Сейчас ножик. На обмен выставляем эти два ножа. Смотрим, что там еще желтенькое у нас есть. Желтенькое такое. Ну, вроде бы как... Ладно, берем тогда вот эту штуковину тоже на обмен. Обменять. А ну-ка, смотрим, что мне дадут. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бронзовый класс. Еще один топор мне дали. Вот такой. Ну, мы таким топором еще не играли. Давайте его сейчас возьмем на вооружение. Поехали. Это такой пожарный, получается, топорик у нас. Пожарного класса. Так, начнем с этого. Привет, дорогуша. На тебе. Руки ему подрезал. И башку тоже. Боже мой. Но это все на колбасу. И на голубцы с мясом. Так. Как теперь дальше быть? Как мне с этим человечком справиться? Эй! Как мне с этим человечком справиться? А, он все нашел. Последний остался персонажик. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока я тут как-то что-то не вижу никаких способов его достать, до него дотянуться. Слушайте, нету ничего. А чтобы я был на этой линии, мне нужно, получается, снизу его тут подрезать. Этого левого чувачка надо снизу как-то подрубить. Так, ну могу сразу сейчас его тут чикнуть. Это мне не подходит. Вообще не подходит. Так. С этим тоже мы не разберемся. Так просто. Пока что способа не вижу. О, нашел. Хорошо, с этим разобрались. Бам. Так, есть такое дело. А как с этим ребенок? Нет, не ребенок, это же тюремный. Тюремщик. Так, как мне его достать? Мне нужно как-то желательно, чтобы я его бахнул, чтобы я оказался на клетке перед ним прямо. А как это осуществить? Прямо должен... А, вот, все, нашел. Есть. Последний ход, и этого сзади. О, какие-то волосы длинные. Бамц. Он пополам разрезал, по-моему. Отлично. Ой, 10-й, по-моему, уровень. По-моему, уже 10-й уровень. А ну-ка, смотрим. Да, 10-й. Так. Ух ты, у них какие-то глаза красные, непонятные. Но мы можем сразу, по идее... Каким образом мне нужно его уничтожить? Хитро. Я понял, что мне нельзя его уничтожать обычным способом. Это я явно понятно. Потому что... Как мне потом этого снизу уничтожить? Ну ладно. Ага. Он в сторону отошел. Теперь мне нужно как-то найти способ, чтобы до него добраться. Как-то остановиться сбоку, чтобы я был. Но чтобы полицейский меня тоже не поймал в тот же момент.
Я могу полицейскому сейчас встать на след, он меня словит, и все, я попадусь. Так, смотрим, какими тут еще можно путями действовать. Допустим, вот так. Опять неправильно, да? Этот пугается, когда я убиваю его. Пугается, говоришь, да? А вот так? И так пугается. Как тогда быть? Как тогда поступить? Как тогда походить? Непонятно. О! Так, о, прогресс пошел. Теперь мне нужно как-то, чтобы я потом вернулся на эту линию. Тут, в принципе, не будет, наверное, проблемы на эту линию вернуться. Теперь бы еще бы... Как-то к этому добраться, человечку? Ну, вроде бы тоже несложно. Ага, несложно. Как я сейчас туда доберусь? Ой-ой-ой! Ошибка, ошибка. Ошибка. О, нашел. Есть. Все. Ага. 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 На тебе. Так, есть. Подрезали, чувачка. Кровожадность, уровень 7. Фу. Так, что у нас тут? Тетенька. А это мы уже почти выбрались. Осталось ходов 5. Всего лишь 5 ходов есть. Ого. Ладно, да, 4 хода. Так, бабку прикончили. 3 хода. Остался один ход. Бамц. 0 ходов. Закончились ходы. Так, можно кого-то напугать? Напугать. Как мы можем напугать? О, кажись, нашел. Еее, нашел. Я так долго этот уровень проходил. Получилось у меня. На тебе. Бомбец. Пополам разрезал. Уровень 7. А, у меня уровень 7. Это сейчас 12. Понял, понял. Фу, я уже тут заморочился с этими всеми персонажами. Так, значит, первого вот здесь, допустим, мы прикончим. Второго вот здесь. Ага, тут я теперь не выберу, что ли? А, весело. Давайте начнем заново. Понял, это ошибка, значит. Как тогда мне нужно с этим справиться персонажем? Непонятно. Допустим, с этим... Как я должен его убить? Надо кого-то напугать, точно. Как-то нужно напугать, чтобы он подошел. Как его напугать? Чтобы он подошел, чтобы я как бы врезался и от него потом ушел, что ли. Если бы этого как-то подвинуть можно было. А как его подвинуть? Так, ну все, я в ловушку себя загнал, правильно? Туда я уже никак не выберусь. То есть это ошибка. Так ходить нельзя. Так нельзя. Только сюда могу пойти. После этого надо как-то этого напугать, чувачка. Ага. Или не надо его напугать? Нет, ну, наверное, надо. А он не хочет бояться меня. Я могу его со спины рубануть. А, все, я, кажется, нашел способ прохождения. Так, так, так. А теперь мне нужно того зарезать. Понятно. Только как мне туда к нему долезть? А, вот так. И последний вот с крестиком. Наконец-то. Получилось. Второго раза. Довольно быстро. Опа. Есть. Кровожадность заполняется. Так, какой же ты молодец, вот тебе еще немного кровожадности, а теперь прикончи их. Спасибо. Так, мы получили, получается, 8 уровень. Сейчас нам дадут, по идее, сундук. 8 уровень получен. 8 уровень получен. Так, открываем. Бамц. Что это? Бронзовый класс. Кусок бревна дали мне, нормально. 13 из 13 уровней. Давайте оружие другое возьмем. Допустим, не дай им лишить тебя свободы, Джейсон. Не ты должен сидеть на электрическом стуле. Ладно, мам. Так, буква Б. Вооружаемся вот таким топориком теперь. Таким мы еще их не... Топор викингов. Таким мы еще их не рубили. Так, полицейского вырубил одного. Так.
Так, 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 так. Одного полицейского я наказал. Второго полицейского вырубил. Так, а для чего я это все делаю? Не знаю. Просто себе фанюсь. Так, тут нельзя вверх. Сейчас ходить на меня словит. О, нет. А, тут я не могу остановиться. Видимо, это ошибка. Видимо, дальше ходов я не вижу пока. Ходов дальше я не вижу, ребят. Ну, ты разве что по... Вот, нас убили. Пробуем еще раз. Попытка номер два. Значит, тут что-то с этими лабиринтами всеми связано, видимо. Так, пробуем пойти вот таким макаром. Хорошо. Справились. А где тут крестик финальный? Возвращаемся обратно. А здесь у меня уже получалось все, кажись. Этим полицейскими разобраться. Как я тогда тут этого полицейского уничтожил? Наверное, через этих. Так. Бамц, бамц, бамц. Как теперь к этому добраться? Чувачку. Я не знаю. А, может быть, надо переобратно вернуться? Типа, как мы сюда пришли? 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 Я не помню уже, как мы сюда пришли. Вот здесь еще как-то можно вот начудить. Вот, нашел! Вот! Что это такое? Стул, электрический стул. Он тянет этого мужичка. Рыжего мужичка на стул электрический. Джейсон, ты сошел с ума. Джейсон, прости его. Джейсон, прости. Нет! 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 Джейсон, ты жестокий дядька. Если он ему поджарит током. А, ничего-то не работает. Так, а давай, давай, давай. О, включил. О! Сейчас башка взорвется. Фух, прошли еще один уровень. Так, следующий уровень называется «Зимняя бойня». В жилах убийца горячая кровь. Но если вам эта игра нравится, ребята, я с удовольствием буду ее проходить дальше, потому что она мне тоже интересна. А пока что спасибо всем за просмотр, жду ваших комментов, вашей поддержки. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока.